Пока внимание поклонников бокса приковано к Белграду, где проходит чемпионат мира, в Таразе стартовал международный тур по боксу среди юношей 2007-2008 годов рождения. Международный турнир по боксу среди юношей 2007-2008 годов рождения проводится в Таразе на призы заслуженного тренера Республики Казахстан, тренера чемпионов Феликса Тихоновича Цоя и мастера спорта международного класса, чемпиона мира и двукратного чемпиона Олимпийских игр Булата Джумадилова. В соревнованиях участвует порядка 120 юных мастеров кожаной перчатки из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана. Бои на ринге проходят по 20 весовым категориям от 34 до свыше 80 килограммов. Главная же цель турнира – отбор первых и вторых номеров для юношеской сборной Казахстана, которой в декабре текущего года предстоит участие в чемпионате Азии. Такую же цель ставят перед собой и сборные других стран, участвующих в этом турнире. Очень приятно, что такие страны, как Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, избрали местом отбора на Азию наш город Тараз. Это говорит о чем, что в Таразе бокс известен. И мне, конечно, приятно вот здесь это. И сегодня мы, кроме сборников, еще поставили своих сборных Джамбулской области. И они выиграли. Первый бой Джамбулская область выиграла, второй не проигрывает. Конечно, мне очень приятно вот это. Примечательно, что в этих соревнованиях отдельные команды выступают и сборная Джамбулской области. По итогам стартовых поединков наши земляки в числе лидеров во многих весовых категориях. Наимбек Бакбанов, Серик Тажибаев, Жамбыл Ньюс.